Ника, Ника, сложная гора. Кайф, кайф, кайф от души. Кайфовать хочу, кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. Едем по делам, по рукам, мы друзьями пополам, по ресторанам, по ночам. Кайф, кайф, кайф от души. Куда идем? Только вперед. На какую гору? Ну расскажи, на какую гору идем? На высокую, на Клоково идем. Надеемся, что поднимемся. Возможно, даже какую-то ягоду пособираем. Погода сегодня классная. Тепло, хорошо. Что? У нас все получится. Рассказывай, какие вершины пальцев? Ну вот, посерединке красивая. Самая высокая, да? Самая высокая. Они все по 800 здесь. А вон та первая к нам. Клоково, Мичурино. Подожди, та Клоково, мы не туда идем? Нет, Клоково там. А мы дойдем сегодня? Да. Ну вот эти три назовите мне, ну что такое? А три, я не знаю, вообще первый раз. Один, два, три, хватит. Красивая посерединке? Красивая, она самая посерединке, да, самая красивая. Ну та значит симпатичная. А это не очень. Не очень. Это подружка. Аладдин. Аладдин сейчас нам все сделает. Вот мы с Аладдином. Аладдин. Сейчас у Аладдина спросим. Ты с музыкой прям хорошо тебе. На Клоково сказали, мы идем. Дай. Оказывается. Что? На Клоково. Идем по хребту к вершине горы Клоково. Внизу тут Клоковский водопад есть, который мы уже раньше посещали, он там недалеко от дороги. Мы потом выходим вот на такую проплешину и как бы идем. Лица снимает. Нет, куда идем? А, в горелый слоник? Не знаю, я вообще первый раз. Я вот случайно привязался с туристами. Куда идти, не знаю. Горят лайтовые пункты. А вот это еще вообще здесь горит? Там прилично сгорело его. Музыканта встретили. Все. Thank you.
хребту, это мы идем по Хлопковскому хребту, это Ленинский хребет? Вот да. Там гора Лысая. Вот где Лысая? Вот она. Это Лысая? Да. А вот там? Это Ленинский хребет. И какие там горы? Колдунья, в простонародье ее так называют, Ленинская. Мы идем по Клоковскому хребту. Там дальше Каракульчан и Островская, а и Мичурина. И ты была на... Мичурина ни о чем вообще. Да. Мичурина, Островская, Каракульчан, Островская была. А потом с вами... Как это она, как фата, главное, да, и куртка такая. Желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой утренней звезды, утренней звезды. Желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы. Строгие цветы, строгие цветы. Вон там мы были, я так понимаю. Да? Вон там.